почему есть картины, которые стоят миллионы. Воспользуйся моментом. Да, воспользуйся моментом, пока ты среди живых. И смело сияй, потому что потом, верим мы или нет, мы окажемся среди мертвых на кладбище, в гробу, под землей. Так чего? Чего же мы ждем? Сделаем вдох, наполним воздухом легкие. Ты чувствуешь? Чувствуешь, какой вкусный, какой желанный этот вдох, этот приятный воздух, желанный воздух, вкусный. Ощущаешь? Я ставлю высокие цены на мои картины, потому что я все еще в игре. И пока я нахожусь в мире живых, я делаю мои картины узнаваемыми. А узнать их можно по трем критериям. Очень дорогая, абстракция и черно-белый цвет. После смерти родителей я перестала пользоваться желтым, зеленым, разноцветными цветами. Только два цвета я использую в картинах. Это черный и белый. Они обозначают тот мир и этот мир. Белый цвет — мир мертвых. Черный цвет — мир живых. Белый цвет — это белые души, как ангелы, стоящие за спиной и оберегающие человека. Черный цвет олицетворяет дорогую черную нефть, растекающуюся по холсту, олицетворяет землю. В земле есть как жизнь, так и смерть. Мы приходим на кладбище, присаживаемся на корточки у могилы, ставим ладонь на землю и рассказываем в уме, как у нас дела. Но с этой же самой земли, где смерть, прорастает и жизнь. С этой же самой земли, где смерть, прорастает и жизнь. Вы когда-то задумывались об этом? С земли растут деревья, сады, цветы. Земля живая, она дышит. Она планетой движется с огромной высокой скоростью. Скоростью вокруг Солнца. Я продолжение Вселенной, а Вселенная продолжение меня. Я выражаю ее через интуицию, мои сны, предчувствия. Другие люди не совсем понимают нас, художников. Но это не мешает им ценить нас. Другие люди нас греют. Греют своим вниманием, теплом, доверием, любовью. Мы остаемся одним целым. Говорят, со сдвинутой крышей лучше звезды видно. Вот эти самые звезды, удивительную и сияющую, громадную вселенную, мы, художники, ощущаем в себе и вливаем это в холст. И когда люди приходят на аукцион купить картину, они видят на холсте частичку вселенной художника.
его внутреннее волшебство этого художника. Вы когда-то думали об этом? Почему коллекционера тянет магнитом именно к этой картине? Он платит за картину 60 миллионов долларов. Картина не просто недвижимость, которая как квартира с каждым годом растет в цене. Коллекционер платит за картину, в которой поет Вселенная. Коллекционер платит за картину, в которой поет Вселенная. Поэтому улыбнись. Улыбнись уже. Сейчас. Подари миру свою улыбку. Освети. Не бойся. Смело, смело освети свой путь радостью. Угу. Чувствуешь эту радость? Смелей. Смелей освети свой путь счастливыми, по-детски наивными глазами и такими везучими. Освети свой путь успехом. Ты чувствуешь внутренний огонек радости? Никому. Слышишь, никому не позволяй загасить. Есть замечательная фраза из кинофильма «Прислуга». Ни одно слово, вдумайся, ни одно слово, летящее в твой адрес, не должно менять твое мнение о себе. И стих, не знаю, кто автор, я прочитала и запомнила. Черных не бойся полос, темных не бойся времен, свет самых ярких звезд в сердце зажги своем. Поэтому воспользуйся мгновением, пока твое сердце все еще стучит, пока ты в стране живых. Смело сияй. С наслаждением, вдыхая воздух, помни, мир мир полон чудес. Елена Камелина.